50 государственных наград получили сегодня в Доме дружбы отличившиеся в различных сферах деятельности дагестанцы. Вручал почетные ордена и знаки Владимир Васильев. Далее расскажет Хадижа Курбанова. Смелые, отважные, ответственные и добросовестные. Каждый из собравшихся в этом зале имеет свою заслугу перед Отечеством. Здесь и педагоги, и врачи с многолетним стажем работы, деятели культуры, многодетные матери и труженики производства. Я лично разделяю позицию, что счастье – это не результат, это состояние. Состояние решать задачи, бороться с болезнями, растить детей, добиваться результата, иногда не сразу, но тем он ценнее становится. В этом кругу я еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы демонстрируете реальный, живой пример всему Дагестану, всем поколениям, как можно решать. Глава республики отметил, что люди, которые достойно представляют свою родину, заслуживают самого высокого признания и поощрения. Так особое внимание Владимир Васильев уделил поступку двух дагестанцев, спасших 5-летнюю девочку, выпавшую из окна. Это произошло в декабре. Мужчины, невзирая на последствия, кинулись спасать маленькую дагестанку, чья жизнь оказалась буквально на волоске. Я бы хотел выразить благодарность нашему главе Дагестана за то, что вручил нам такую высокую награду. Мы не думали, что нас вот так пригласят, что вот так нас присудят. Мы очень этим гордимся и В числе награжденных и деятелей искусства – дагестанцы, чье имя прочно вошло в традиционную жизнь республики. Те, чей труд способствует сохранению самобытности и культуры Дагестана. Почетным знаком отметили и сотрудницу телеканала ННТ Гулер Камилову. Я считаю, что это довольно высокое признание моего скромного труда, может быть, за какой-то определенный период моего творческого пути. Все равно очень приятно, когда получаешь такое признание, это, конечно, обязывает еще к чему-то, обязывает, может быть, еще больше работать, стараться во благо Дагестана, во благо России. Поощрение отличившихся дагестанцев стало доброй традицией. Как отметил Владимир Васильев, это хороший стимул работать лучше в новом году. Хадижа Курбанова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ. Махачкала.